теперь можно сказать, что все в ваших руках, ногах. Скажу, да, сейчас главное в Израиле. Вот так по-нашему, не обосраться в Израиле. Мы выходим играть за честь России, за честь России. В первую очередь, если мы проиграем, наши имена будут замараны, наши имена будут обосраны, как говорится. Извините, это опять ворвался. Здорово попал, 1-2, и такая нервотрепка. В конце была момент, и гол! Гол 1-0. Ну что ж, очень вовремя Константин Зырянов. Находясь в лимите времени, конечно, нужно принимать решение чаще. Ай-яй-яй-яй-яй! Удар! Гол! 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 Но тут нет, судья засчитал руку. Судья не засчитывает этот мяч.